8 марта, Клеопатра. Сейчас времени я не помню, сейчас я скажу, сколько время. И только что вот включили фонтаны. 19.01 время. Только что ушло солнце, я вам покажу закат, снимал его. Сегодня людей мало, потому что официального выходного здесь никакого нету. И, ну, были люди, конечно, здесь, но не так много, как будет завтра. Я думаю, если завтра будет хорошая погода, то тут будет очень много людей. Вот, но главное то, что сегодня 8 марта. Всех, друзья, поздравляю с 8 марта еще раз. Вот, всех и маленьких, и больших, всех с 8 марта. Вот такой вот красивый фонтанчик. Все, всем пока.